Когда она читала похоронку, что смертью храбрых пал ее сынок, ей вспомнился приветливый ребенок, а не 20-летний паренек. И как перед войной они купили ему рубашку, теплую фланель, она в нее, уткнувшись, завопила: да только горю не помочь теперь. Тогда за упокой души солдата все вещи, не жалея ничего, бездомным раздала, оставив, правда, рубашку эту с запахом его. Но как-то раз пришел к ней оборванец и стал просить одежду у нее. Ну как она отдаст рубашку Ване, последнюю отдушину ее? На оборванце нет пальтишка даже, а он живой и тоже чей-то сын. И отдала сыновнюю рубашку, последнее, что связывало с ним. Пришла на рынок, господи, как тяжко, увидела, что на чекушку тот выменивает Ванину рубашку и тут же из бутылки прямо пьет. Проплакала в подушку и незаметно впала в забытье. Вдруг слышит, кто-то шепчет ей на ушко и тормошит тихонечко ее. Глядит, стоит Христос у изголовья в звенящей предрассветной тишине. Не убивайся, дочь моя Прасковья, твоя рубашка, вот она. На мне.